Всех приветствую! Сегодня хочу посвятить свое видео литопсам, показать вам еще раз, как они меняют свои листья. У меня осталось в коллекции где-то 35 литопсов вот с такими листьями, которые еще не полностью поменяли. Ну вот тут уже как бы заканчивают. Но еще немножко, еще чуть-чуть. У многих уже произошла смена листа. И те из литопсов, которые вот так вот уже поменяли свои листья, уже старые листья у них усохли, и я их, конечно же, полила. Ну вот, некоторые еще совсем вот так вот выглядят. После того, как произойдет смена листа, я надеюсь, что до конца мая они все-таки уже смогут поменять, возможно, даже быстрее свои листья, я их полью. Но если у вас литопсы не успели до конца мая, начала июня сбросить старые листья. И если они вот так вот будут выглядеть, вы все равно должны начать их поливать. Потому что потом пойдет июль месяц или август. Какой у вас самый такой вот жаркий месяц, когда литопсы поливать не надо, они будут в стагнации отдыхать. Во время вегетационного периода, когда они растут, их надо поливать, чтобы они все-таки развивались и росли. Иначе осенью многие из них не смогут процвести, не захотят цвести. Конечно же, это неприятно, если литопс не хочет цвести, а уже взрослый литопс. Поэтому, даже если уже вы видите, литопсы не сбросили в июне листочки, возможно, даже вот так вот будут выглядеть, все равно надо полить. Потом пойдут на зимовку в ноябре месяце и смогут, возможно, в следующем году произвести правильную смену листа. Вот карасмонтаны. По-моему, у меня карасмонтаны еще ни одна не произвела правильную смену листа. Вот сейчас у нас май, начало мая. И вот так вот выглядят. Такие. Я их поставила на более солнечную сторону, попереставляла. Те, которые уже высохли полностью, старые листья, высушили, я их отставила немножко в сторону. А эти, которые еще не сменили листочки, поставила на более солнечное местечко. Так, вот этот карасмонтана, вот этот большой литопс, он вообще не сменил листья, не захотел. Видите, как он сбоку выглядит? Он очень большой. Я его не прощупывала. Невозможно ничего прощупать, разве что если выкопать и посмотреть, пощупать. Но я не трогала. Есть у него там пара листьев новая? Нету. Я его взяла и полила. Будем наблюдать за ним, смотреть, и тогда обязательно покажу, как выглядит этот литопс. Так выглядит Доротея, Зорро после полива. Уже выскочили немножко из грунта, как грибочки.
Вот так вот выглядят литопсы. Те, которые уже поменяли листья. Потом, в течение лета, возможно, я буду показывать их, может быть, два раза. Может быть, в августе, может быть, покажу в июне. Но так часто снимать видео о литопсах я не буду, потому что в тот период, когда они растут, ну, можно сказать, что для зрителя они ничего такого конкретного не представляют из себя. Растут и растут. Поэтому уже вот летом, в тот период, когда они растут, я думаю, что снимать их не буду. Буду снимать больше на видео кактусы показывать. Все-таки кактусы цветут летом. Вот смотрите. Это Литопс бромфилди. И вот он после полива. Как красиво выскочил из земли. Ну, Литопс бромфилди, он вообще такой вот выскакивает. Как бы. Здесь вот литопсик. Ну и этот тоже. Литопс локалис. Он еще совершенно не поменял. Он, конечно, хорошо выглядит. Но вот эти вот старые листья по краям еще не ушли. Ну, подождем. Понаблюдаем, что будет. Вот так вот. Поэтому не спешите пока поливать. Еще у нас в запасе целый месяц. Если вот такая смена листа, вот такая, еще не произошла конкретная, не спешите с поливом. Вот здесь уже вообще супер прекрасно. Тоже я их полила, но они вровень с землей. Вот эти красивые, красивый такой цвет. Коричневые насыщенные окна. Насыщенно выглядят. Ну, вот этим осталось буквально, может быть, неделю. И они усохнут, листочки, и тогда я смогу полить. Вот так вот. Ну и напоследок видео покажу вот еще раз. Вот этот красавец Трихоцериус. Его шикарные цветочки. Показала вам немного свои литопсы. Рассказывайте в комментариях, как выглядят ваши литопсы. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кому понравилось видео. Желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.